В заключительных сериях сериала «На краю» девушкам удается добраться до какого-то поселка. Но на встречу никто не выходит, поселок покинут людьми, грузовик глохнет. Но еще хуже оказывается то, что Лену кусает в ногу ядовитая змея. Амина принимает решение оставить Лену в поселке, на крышу уцелевшего дома, внутри которого висит повешенный человек. Катя не хочет оставлять Лену, но выхода нет. Надо уходить и возвращаться с помощниками. Машины боевиков приближаются к поселку. Руслан замечает оставленный грузовичок, и боевики решают осмотреть поселок. Амина, Катя и Илья встречают армейскую машину. Беглецы называют себя, рассказывают о Лене.